добрый день. Представляю вашему вниманию миг Сен Дейсток, женский. Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами с такого красивого платья. Евро 34 гобелен. Как гобелен, можно так сказать. Так, евро 36-38 джинсы скини. Блуза. Евро 34-36 с кулиской на талии. Так, здесь у нас джинсовка. Евро 34-36. Евро 36 платье шифоновое с подкладом. Джинсы. Так, евро 42-44 с потертостями, с дырочками. Футболка S. Брюки. Евро 36-38. Футболка S. Евро 36 штапельный материал платья. Очень тоже красивая, легкая, не просвечивает. Футболка S. Джинсы Евро 38-40. Так, пиджак. Как бы женский лот, но тут попадаются мужские вещи, то есть буквально 2-3 штуки. Евро 44 пиджак. Удлиненная футболка платья S. Здесь у нас S футболка в рубчик. Хорошо тянется. Евро 42-44 джинсы, расклешенные с ремнем. М, вот такая вот накидка с поясом. Здесь у нас XL футболка. Джинсы с потертостями. Размер евро 48-50. Джемпер S размер. Брюки XS. Очень такие мягкие. Здесь у нас XS футболка. Платье S. Такое достаточно плотное, внутри петелька. XL, вот такой вот топ на бретелях тоненьких. Евро 38-40 джинсы скини. Футболка M размер, укороченная, оверсайз. S удлиненная футболка, как ночнушка. Евро 38-40 джинсы. XS футболка. На тонких бретелях топ L. Шорты S. S футболка. Евро 38-40 такие вот джеггинсы, S футболка, S танковка, джинсы расклешенные, Евро 36-38, так, футболка S укороченная, M майка нательная в рубчик, S удлиненная футболка, я бы сказала даже сорочка, 3XL футболка. Джемпер S, майка M нательная, S платье, сорочка ночная. Так, здесь у нас джинсы, Евро 34, пиджак, Евро 54, атласный халат, S размер с поясом. Здесь у нас такой как кардиганчик с капюшоном. Размерчик M. И вот такое вот красивое синее пальто. Размер Евро 42-44. Очень классное. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.